вот при въезде проверяли, все нормально. Ну, естественно. И в дороге так случилось, да? Да. Два болта сразу срезал. Сам ты веришь? Да, они даже видно, что свежий, только что свежий. Скажите, а что грозит, вот если нет двух болтов? Административное наказание в виде штрафа, в первую очередь, запрещение эксплуатации и, соответственно, штраф должностному лицу, ответственному за выпуск на линию, тоже штраф будет в размере 5000 рублей. А в чем опасность вот этого нарушения? Двух болтов нету, а колесо крепится всего там на 5, может, в процессе движения может все что угодно произойти, что отвалится. Это серьезно очень, правильно я понимаю? Как так получилось, что вы без болтов-то поехали? Все нормально было, они открутились где-то, отвалились, я не знаю. То есть вы не проверяли машину перед рейсом? Проверяли его утром на гараже при выезде, проверяли, все нормально. И там на конечной все нормально было, когда я выехал. Угу. И тут по дороге где-то они отвалились. Что мы видим? Что на первый взгляд мы видим? А почему он так его срезал? Я скажу, что он сейчас уже хочет этот зимний вот такой. Наверное, зимний будет. А с такой резиной как нельзя? А если он взорвется? Вот как я знаю, что хозяин на лечении вот на них как раз убил. Вчера вот только разговаривал. Вот пойдем. А как вас с утра механик на линии выпускает? По-моему, вас выпускает с такой резиной? Вот, пассажиров высаживайте. Все, больше вы сегодня не поедете.